один из самых популярных помидоров в Средней Азии, который выведен в Узбекистане, называется андижанские. Сорт среднеспелый, высокорослый, в теплице вытягивается до 2 метров, очень тонкого строения. Все стебелечки тонюхонькие, листья длинные, сильно рассеченные, поникшие. Куст много места не занимает. Можно вести в 2 и в 3 стебля. Также этот сорт прекрасно растет в открытом грунте. Первая кисть формируется над 10-м листом. В одной кисти может быть до 8 помидоров. Помидоры красивой сердцевидной формы. И в полной зрелости ярко-малиновые. Вот эти желтые плечики – это сортовая особенность. Это не недостаток калия. Они потом полностью исчезают. Видите, в стадии зрелости томат оранжево-желтый, с желтыми пятнами и полосами. Ну а потом все полностью исчезает, и томатик становится ровненького малинового цвета. Еще приятная особенность – ни один томат не растрескивается. Ни в стадии роста, ни в стадии полной спелости. Томаты крупные формируются что на нижних кистях, на средних кистях. Посмотрите тоже, какие большие помидорки. И такие же большие помидоры формируются на самом верху. Вот здесь я уже прищипнула, чтобы шел налив плодов. И посмотрите, вверху тоже висят крупные помидоры. Даже на разрезе видно, какой это нежнейший томат. Он по консистенции почти мармеладный. Ну, а вот так томат выглядит в другом разрезе. Он, конечно, не многокамерный, потому что здесь просто практически отсутствуют семена. Одно томатное мясо. А какой он вкусный! Я бы назвала, что этот томат для гурманов. Это настоящий деликатес. Вкуснейший томат. Конечно же, он отправляется в нашу копилочку семян. Ну а вы с ним сможете познакомиться на нашем сайте green-огород.ру.